Вот. Мы впервые проводим офисник, вернее, вот Сашка с друзьями. И... Извините, что мало студии, но не знаю как. Это дружеский концерт. Здесь купили, дороже. Может, ее шире. Обычно как квартирники, я знаю, люди у всех мебель. Ребята, на полу. По постели, по твоему желанию. Да ты супер! Саша! Не думай, что так предусмотрено уже народ. Сейчас я построюсь. Да, просьба всех отключить подвиг. Александр Владимирович Ларин первый подвиг. Да, включай. Я выключу. Ну, говоря просто. Нет, ну, в принципе, не филармония. Это не жесткие правила. Не обязательно. А китай подвиг. Я один раз играл в Сосновом Бору, там, где атомная электростанция стоит под Питером. Да. В школе, в музыкальной школе, там класс, выделили. Мне понравилось, пришли люди, ну, так, не пожилого возраста, но такие такие. Сразу достали коньяки, шоколад, расстелили и все. И начали общаться. Чтобы зря были интересны. Да. И было так замечательно, то есть у них там очень редко кто-то никогда, и вообще вот, город очень такой красивый. И я думаю, что здесь никаких запретов тоже нет. Потому что здесь бывают квартирники, которые запрещают даже там пиво, поэтому вы чувствуете себя как дома и ничего не... Да, будет перерыв на переход, так что, ну, в принципе, кто сейчас приходит, можно между песнями выходить. Перерыв на магазин. Да, ну да. Сейчас же время закончится 10. А у нас остальное тоже до 11. Ну, говорят, что будет до 10. Надо быстро напиться. Надо уже. Пока не началось, как вы анекдоте. Очень здорово.
какую-то фоточку. Свет не мешает. Не надо. Не надо. Не может подумать, если уже наступает холода. Следующая песня называется «Чикаго». Но это не то «Чикаго» переменной, а то «Чикаго» в понятии, когда Леонид Ильич Брежнев вернулся из Америки. И первые там недели говорил своей жене Виктории: «Дорогая, ты не в Чикаго». Вы понимаете, Чикаго. Я просил, чтоб я песню не пел, я люблю.
Песня из репертуара группы «Проведенного дня», когда мы все работали на работах, на заводах. Хотя я так сказал, в городе Тольятти. А мы сейчас работаем на заводе. Немножко... Обезёрно. Вот, ага. И, я в другом месте, что-то я такое... Вот я когда был маленьким пионером, думал, какое счастье, что я родился в советской стране. Потому что если бы я родился где-нибудь на грязном Западе, то, или вернее, не было бы революции, я ходил бы до сих пор в лаптях, как и все мои предки и так далее. Вот. И дышал на свежем воздухе. Да. И это так хорошо, что мы доживем еще при наших поколениях до коммунизма, когда не будет денег. Так и сейчас денег нету. Я просыпаюсь, как тут деньги, чья тут дышать, я успеваю побриться, и тогда поесть на работу. Одиночество, вам студии тоски, просто сидите за ночью.
помню еще, как вы в Харькове ее в 88-89 году исполняли. Вот. Я был на этих концертах. Поэтому я живой свидетель электрического драйва группы ГБД 87-88-89 года. А сейчас нашлась запись шестого Ленинградского фестиваля. Пусть это не говорит. DVD. Полная версия концерта. Вот. И обещают к Новому году как бы издать как фирма «Выдгород». В общем, все. Все возвращается на круги своя. Да. Это будет пользоваться вот таким вот. Это правда, Саш. Успехом, да. Да. Так или иначе. Мы уже говорили сегодня о бесконечности. Ладно, да? Да. Это все. Мы эту тему штудировали. Поэтому все. Так иначе. Антикризисная программа разных людей включает в себя песни для тех, кто впервые на наших концертах. Ну, это такие заготовки. Прежде всего, девушкам. И, собственно, песня встреча посвящена девчонкам, которые первый раз на наших концертах. Называется «Счастливая девочка». Альбома «Мазохизм», которому в этом году будет 20 лет.
я задумался, что многие люди говорили о том, что хотелось бы услышать этот альбом, концерт, посвященный ему. Там была одна песня, которая была не то, что потеряна, а была заменена. Может быть, она нашлась. И, может быть, мы сделаем такой концерт. Да. А сейчас песня называется «Пришел с войны». О! Пришел с войны, ни мёртвый, ни жив, а на столе. И чай. Заснул весну. А я сейчас лежал с войны. 20 лет. Памятника уже, да. Мало ли как. Надежда Ильич. Он тут первый раз забыл в этом месте. Пришел с войны, ни мертвый, ни жив, а во дворе весна дождливая. Кричали в замке, печаль на столе, а на плечах счастье сомнивое. Расскажи мне сказку новую, расскажи мне о себе. Как жила птица больная, тяжелее, чем на войне. Thank you.
они готовы донести. Я не герой, я боюсь за себя, потому что она очень любит меня. А когда все кружится, дают свои песни, и лишь знаешь на воле, поёт свою песню вдалём. Повсюду поёт второй я. Я не герой, но я скажу тебе да. Thank you.
Только то, что тебе важно.
поддержу ваши инициативы. Мирные инициативы. Белгороде всегда так. Ты так сказал, ты где живешь. А в Белгороде всегда так. Саксал, Саксаку. Аксакал, Саксаку. У меня есть с чем сравнивать. Я и 10 лет в Харькове живу. Поэтому. Так я тоже хорошо. Да, я ХРВ. Вы знаете, буквально завтра, 9 октября, будет юбилей одного человека, которого, к сожалению, уже нет на этом свете. Который, в общем-то, изменил мир и останется в памяти народа самым не, как-то сказать, we'll be right back.
знаешь, на днях отказали в освобождении убийцу Жанелли. Ну, ничего было убивать. Да, вот. Справедливость нас торжествовала. Который раз им уже четвертый. Ну, понимаешь. Мало ли, что будет еще быстрее. Ника Джаггера. Но нам надо. Тем не менее, Джаггер будет первым полноценным из последних. Да. Именно после Джона Леннона появились охранники у звезд вообще, в принципе. Потому что жили как люди, хотели. Саш, мы твоя охрана. Ну, я не Джон Леннон. Спасибо за... Да ты лучше! И мерси за комплимент. Как говорится, за двумя зайцами. Но... Следующая песня будет посвящена всем влюбленным, всем, кто хотя бы один раз попал под этот каток под названием «Любовь» и уже не смог этого спокойно спать. Называется «Ангел». Как пел Игорь Николаев. Выпьем за любовь. Не с той сим-картой. Не с той Еще, что я тебя люблю.
Thank you.
заключили союз. Союз? Там в Советском ЗАГСе, я говорю, я же узнал, как не слушал. Я тоже. Это не советский союз. Официально зацепили свою любовь. Поздравляю вас. Отцам, которые отцы настоящие, будущие, и те, которые еще просто не в курсе, посвящена нашей дочке Соне, которая была 3 года, 10 лет назад. Наоборот, в смысле, переставьте наоборот в кубике, да. 10 лет назад. Было 3 года. Есть. Нет, 3 года! 20 лет, 3 года назад! Ты меня... Вот один трезвый человек. Ты меня засудил. Я так не Thank you.
Но концепция как-то моя изменилась. Естественно, пока мы... На улице идет дождь, а у нас идет концерт. А за роялем то же самое. Поэтому концерт продолжается до какого-то момента, когда... То есть у нас будет необычный концерт. Необыкновенный концерт. Пока работает магазин. Подожди, а пока наши будут выигрывать у ирландцев? Что рано? 22-45. Пока будет работать магазин, наши будут выигрывать. Да, да, да. Куда бежать, куда стать? Я думаю, что сейчас нужно придумать концепцию. Я понял, что все знали, все они этот ридер. Мы с Катизом сделали рекорд проверить. Да. Магазин. Точно за. Магазин тоже. Магазин выручку сделает. Точно за. Проценты не заплатят, сволочи. Да, они и так бедные. Я думаю, что Ну, перед выборами мало платим. Да. А после еще меньше. Магазин. Чемодан вокзал будет с кассой уже. Гастон на дону. И все, я уже очнулся в Ростове. Я вспоминаю песню. А, вот расскажу песню. Это такой Максим Ланде, детский наш товарищ, играл, у него был группа «Кошкин дом». Да, Харькове были. Они, да, одесско-питерская такая группа. Вот. Сейчас Макс работает директором БГ, бэнда, ну, самого Клайма. Костя Шумайлова играет в ДДТ на клавишах, а наведные силы, которые питерские, они, ну, играют. Тут в плене. Тут в плене играл, а Силя, ну, Силя. Ну, понятно. Ну, а Силя сам по себе. Силя тоже Силя. А слабо Силя. Так вот, чем меня поразил. Мы каждый год бывали в Одессе на памяти Янкевича фестиваля. А чем меня поразил Максим Ладыков? Прежде всего, красоту и обаянием. Но он спел песню, одну очень известную, с одесским прононсом. Да? Вот здесь там французский прононс, там белгородский, харьковский. А это одесский, да? Давай, сэр, замочи. Мочу. Сортир. Я так как Макс, конечно, спеть не смогу, потому что я харьковчанин. Но попытку сделал. Представьте себе, 72-й год, порт Одесса. Белый пароход уходит в город Хайфу. Как тогда раньше сказали, один раз и навсегда. Полный вооруженный эмигрантов одесских евреев. Ну и же с ними, сопутствующие товары. И на этом теплоходе играет джаз-банд в белых фраках, в черных бабочках, играет такую песню и играет ее именно так. Когда простым и нынешним ссором мне мой друг не обещай мне цветным узором. Земля и небо таки вспыхивают. Отопись сейчас и боль разлуки. Готов делить с тобой таки всегда. Когда фары жмёт в руки. И в дальний путь таки на долгие годы. Так близки, что словно надо. Вспоминать готов я вновь и вновь, что наша нежность и наша дружба сильнее страсти, так и больше за любовь. И так и сейчас, и боль разлуки готов делить с тобой, так и всегда, да, фай, жмёт. Дальний путь таки на долгие года. И скрипача Ванда. Я коплю Ванда. И таки веселый час.
и ба! Как вода, ты не можешь себя оставить на завтра. Поворот дорог.
love you. Thank you.
Я хотел бы проснуться рядом с тобой. Солнце через сотни веков. Я хотел бы увидеть в уголках твоих глаз ослепительный лучик с кинофильма про нас, где яркое солнце опять поднимается, где все хорошо, только жизнь начинается. Конечно, можно списать на везение, но я думаю, все.
вся страна хотела бы этого. Да. То, без условий. Вот, вот это самое яркая частичка Белгорода будет верить в команду. Значит, через, через воды, через воздух. Тема доберется до них. Спасибо за частичку. Мы все частички друг дружки. То яркие. У нас здесь много. Саша, водички. Почему я должен скрывать свою сеть, мою кантифа? Почему провожая ребенка в школу и уверен, что жизнь хороша? Почему, встречая фашиста на немцем, у меня нет с собой калаша? У меня есть ты, а у тебя есть я. Родиная нефтью и ненавистью, твоя моя страна, ведь у меня есть ты, а у тебя есть я. Разделанная надеждой и верой, твоя моя страна. Вызывая ОМОН, и когда на доктор цинично поднимется и ханча, замерзшие пальцы сломают спички, от которых зажжется свеча. Ведь у меня есть я, а у тебя есть я. Разделанная нефтью и ненавистью, твоя моя страна. Ведь у меня есть я, а у тебя есть я. Разделанная нефтью и ненавистью, твоя моя страна. И спокойно сливает помойку страну с предателя. Почему не найдется на всю Украину выход из асфальта? У меня есть ты, а у меня есть я. Разве он на гонке не видит? Твоя моя страна, у меня есть ты, а у меня есть я. Представляешь, Николай, а здесь ему ну, колхозный предлагает.
красный. Да. А такой вопрос. Ты вот эту песню поешь только вместе с Подпольным фронтом? Какую страну? Что пока не пелось, пока не пелось. Так, Сереж, сейчас песня Соленыча, не поймёшь. Я вопрос спросил. Адрес первое число пока не звучало. Это Вадима Юрьевича из Курлёва. Я знаю. Да. Ты не поешь сам? Честно говоря, я очень плохо свои песни помню. Спросите. Так, 21-го слушайте в оригинале от Владика. Авторские права, я просто спросил. Вот, вы будете я просто тебе самыми... ответил. Братцы, вы будете теми самыми счастливыми, потому что Вадим более полугода не играл никаких концертов, он очень сильно болел. До сих пор болеет. И а вот, даже в Питере уходил. Сейчас не буду, потом. Он приедет, и вы именно раньше, чем москвичи петербуржцы, слышите. Но он прекрасно. Нужно хорошо, это потом побеседуем. Все будет хорошо, ребят.
песня о смерти, которую моя девушка умерла. Вот насколько глубоко копает. Я не хотел. Песня о расставании. И поэтому я никогда не хочу. Я просто шифровка не хватает. Потому что я сам не знаю, о чем они. Все меня напряжены. И за икрой, за хлебом. Главное, что копают. Как Борисов напил о расставании, то маленькая смерть. Он на эту, опять же. Сейчас скажу, как будто все хорошо. А, сейчас я вспомню. У тебя все хорошие. Нам не пора еще на футбол, да? Не, еще долго. Там хоккей еще не закончил. Сколько где-то еще получится? Так и поиграй. Что там летит на твоей Ване? Я согласен раздать себя.
Спасибо, это Белгород! Это Белгород, который этика такая в города. Да. Который просто рвет. Ну, как людей, да. Либо твои реплики, ребята, быть басистом. Потому что у них тоже есть первая струна. Ре, ля, и то. Ну, я на я пошел, прикинь! Жизнь, подожди! Буквально синюю, ты третью, и все. Все. Так же строго. Первая, ты книги, я сейчас все нормально. 10 минут. Все в процессе, все должно быть четко. И у нас мы переименовали группу в рок. Фронт. Да, была такая пирская группа фронт, а у нас была группа родина. Там была такая уже красная, Red Metal, песня «Чиновник» и... Ну, я помню, вот «Лиза под Лиза» в стиле металла у тебя. Ну, это из этого, как да, я ее один единственный раз спел, вот да, тогда. Ну, вот я ее запомнил. Песня, конечно, она... Я в этом альбоме тоже не спел, потому что... Это, знаешь, юношеские, неоправданные фразы, которые нам как аллегории и прочее, можно было. Да. Мне вот помню со школы, но я прям уже готов. Вот эти первые об этой песне, как вспоминаешь, ну, видишь, что бы там было такое? Нет, был драйв хороший. Саша, правда, что у тебя гитара Вашбан почти как у Цоя? Только у него была белая. Да, правда. Вот что же модель? Жанна Синдри привезла ему белая, та же модель фестиваля. Ну, если ты видишь, вот таких гитар, ну, я не видел ни у кого. Я тоже. Я ее купил случайно. Я просто спрашиваю. Да, это именно та модель. Та самая модель, да? Фестиваль. Только черная, да? Только черная, да. Супер. Я сам с удивлением узнал об этом, посмотрел. Внимательно концерт. Супер, супер. В олимпийском. А сколько у тебя вообще гитар стоит? Вот до недавнего времени была одна. Теперь мне подарили человек, ну, братцы, пожарная охрана. Вадим Силаев, который, собственно, инициирует. То есть пожарная... мой отец был пожарным. И, знаешь, пожарные люди... по всей стране, ну, где не движа, они всегда, ну, мы друг друга находим. То есть это очень, ну, такая тонкая вещь, которая нас объединяет. А человек вот очень открытый, он служит пожарной части 50-й в Москве, в районе Таганки. Но по таланту он очень собирает другие машины со всех, то есть мастер по машине. И он работает на немецкую фирму, который делает дорожные машины, которые выкладывают. Понятно. Тяжелая техника. Фирма не помню, Модель называется. Ну, это не важно. Специалистов, если машина полетела из Германии, специалистов вызвать, чтобы починить и комплектовать, очень дорого. А есть русские наши, немецкие, которые чинят. И люди, которые понимают, что им зарплату не то, что они на них молиться, а их по пальцам пересчитать. Потому что дороги стоят. Ну, да, и вот Вадик, безусловно,
ему платят, и он говорит: Саня, мне денег столько, мне столько не нужно. Я вам это, ну то есть вот есть люди, которые, знаете, мы, нам с женой или, денег хватает, а вот я хотел бы это, там, выпустить. Ну то есть, взял, подарил гитару, за 3000 долларов, я в жизни такую гитару не купил. Поэтому... Спасибо. Да. Потрясающие вещи происходят в этом мире, пока мы живы. Пока мы можем что-то делать. Оставаться вот людьми настоящими. Знаешь, вот я тебе уже говорил, что... Тяжело в наше время, когда мы все тоскуем о советских временах, тогда было круче. Тогда мы были моложе и так далее. Да. Тогда мы не знали. Мы были высокие блондины, в черных ботинках, ботинки и так далее. Но есть такая фраза: времена не выбирают, в них живут и умирают. И не времена делают нас, а мы делаем времена. Поэтому чего жаловаться? Приятно жить в полной жизни. Делать все по-честному, от души. И все. И это будет наше время. Браво, Саня! За правее, Саня! И все равно раньше было лучше. Раньше было моложе. Это знаешь, это как старперы, которые... Вот раньше, знаешь, когда поезд садится, там вот... А вот раньше, а вот раньше... Ну, еще Масянин был. Вот раньше, советские... Советские годы, я... Да! Саша, разрешь мне, что Харьков — это украинский Питер? Чего? Разрешь мне, что Харьков — это, говорят, украинский Питер? Я разделяю, потому что как бы страна столица, но здесь очень большая... раньше вот я с Сергеем Коротковым, который был великий наш бородач, кто знает, кто-то нет. Я это понимал, но я не могу сказать, что сейчас я это разделяю, потому что Питер во все времена оставался рок-н-ролльным городом. Харьков — это был зенит его рассвета, конец 80-х годов. Куча групп, которые были круче Свердловска, то есть назвали Свердловск, это третий город. Ну, я не знаю, то есть Москва, Питер, ну... Там фестивали, как да, происходили. Киев — это был как провинция до революции, то есть он провинциальный, так и остался. Харьков был... самого города. Но сейчас об этом сказать я не могу. Это город купечество победил отношения. Барабашова. В том числе, да. И ментально, и сознание, и я очень расстроен, что на самом деле происходит. Потому что если вспоминать, что такое знал актера, музыканта, Клавдия Ивановича Жертвова. Людмила Гурченко. Быков учился в Харьковском театре. Служил в Харьковском. А и Савенко вообще как-то не мог? Савенко был рожден в городе Дзержинске. Мы его называем Чижиград. Чижиград, да, хорошо. В подростковом возрасте после войны попал в Харьков. Он написал. А вы с ним были знакомы, вот, Моня, честно, я так не умею, честно говоря, не был знаком. Но мы писали песню на его стихи, еще написано ее, 19 лет, которая фильм «Русская», есть такой фильм, когда он уезжал в психушку, как-то сказать, и, собственно, песня тех времен, его. Я обожаю именно Эдуарда Лимонова за его трилогию «Подросток советка». У нас была «Великая эпоха» и «Молодой негодяй», о котором написано было в Харьков 50-60-х годов. Настолько кайфово, что ни один другой писатель об этом так и не написал. Об этом времени и не то есть рекомендую почитать. Сейчас это настолько. Саша, а можно такой вопрос насчет лирики? А правда, что песня «Тепло» посвящена твоей жене?
А чуть больше. Ты просто догадливаешься. Да и в студию, я не знаю. Я вообще верю. Я очень обожаю эту песню с альбома «Дороги». Вообще, безумно люблю «Битлз» и особенно эту песню. Значит, у меня есть запасы «Тополя», «Тепло», что, о чем еще? Про Брежнева. Да, Брежнева обязательно. Давайте сделаем третье отделение. Вот. По заявкам родился наш. Вы такие молодцы. А вы какие? Мы такие, как есть. А мы такие, как мы под вас. Здесь на кого? Здесь дымится? Да наконец-то дымится, пусть дымится. Моди не будет. Шубу съел, жмуй. Песня 83-го года, называется «Тополя». Школа в Харькове находилась в районе Красного Луча, это по району города Харькова. Недалеко от завода имени Малышева, в котором производили танки Т-80 для Афганистана. Школа имени Николая Островского. По парадоксу, Николай Островский болел болезнью Бехтерева, такой же, как и мы болели. Который написал «Молодой Влад», «Как закалялась сталь», и он умер болезнь. Я выжил, и... И дай Бог! И молодец! Дай Бог! Как наколка, и в Харькове красивее места нет, чем красный луч, и сердце замирает. Да ведь не все знакомо с детских лет, и ветер пух с асфальта поднимает. Вот кто-то против выскочил опять, и это значит снова вечером хлам. Каждый двор растил отчаянный хлеб, и вместе с ним вырастали тополя. Ну что, братва, кого сегодня выберем? Сегодня предстоит нам детско драться. Так что смотри, один ветер оживем. Мы всех берем, чего теряться. Ребята, здесь малина хватит всем. Да все спокойно, и встречи финки. Сегодня завязал я нас совсем. До воскресенья все из-за линьки. Уже не первая вся улица пьяна. Со службы возвращались дембеля, и их встречала вся лучевская шпана. И тополя, и говорят, что белый станет черный сын, и что погибнуть от ножа ужасно глупо, и говорят, что хорошо там, где на сне. Но я не верю, не верю слухам, ведь в тебе красивее места нет. Где ветер пух с асфальта поднимает, и сколько вот уже уплыло лет, но старый луч себе не изменяет. От тополя срубили их уже нет, но все же ветер пух с асфальта поднимает. От тополя я вам скажу, что
И их срубили, и девочки, одноклассницы, их срубили вот после вот этих вот окончания моей школы, буквально на следующий год. И мне говорят: Саша, зачем ты спел эту песню? Вот некое пророчество сыграло. Что бывает? Саш, давай супербизон. Включай свою заявку в очередь. Я включаю заявку в очередь. Песня называется... Это только на 8 марта мы играем в русскую тоску. Песня называлась «Умер Брежнев», написана в 16-летнем возрасте. Не искренне, я помню нашу школу. 3 дня был травм, 3 дня ученики не учились. 12 ноября. Но нужно было приходить в школу. В актовом зале стоял телевизор. И траурное прощание. Всех заставляли сидеть, смотреть. Я помню, что в день похорон все машины и заводы остановились. И гудели, как ну, о нашем, ну, великом вожде, да? И я видел людей, женщин, на платке, на остановке. Потому что, как же дальше вот такого года? Ну, целая эпоха уже. Целая эпоха, да. И я написал песню, и только во времена перестройки я изменил последнюю строчку, о чем сейчас догадаетесь. Вчера по радио сказали 8:30. Скончался Брежнев, что утрата велика. В то утро горько плакала столица, и вместе с ним огромная страна. И все кругом боялись. Сейчас, подожди. Я игрок. Вчера по радио сказали 8. Скончался Брежнев, что утрата велика. В то утро горько плакала столица, и вместе с ней огромная страна. И все кругом боялись просто верить. Ведь на параде был еще живой. Ну а в четверг сказали, что потерю не измерить. Леонид Ильич для нас всегда живой. В душе теперь изъян плодовая трава. У телевизора сидели молча мы. Oh,
сердце боль. Ушел еще один достойный человек. Я не знаю, какой это был. Саша, русский рок-н-ролл. Я сидел в морзилке, я ждал тебя, появился ты. Вау! Поставь стол! Опа! Русский рок-н-ролл. Я бился, я пошел в картон. Я зашел в кабинет, настроил на стол. Вау! Поставь стол! Опа! Русский рок-н-ролл. Я всю жизнь мечтал быть депутатом, он меня в исполкоме послали маном. А, как задницу тронул. Опа! Русский рок-н-ролл. Я пошел на радио, я спел им песню, и они сказали, где мое место. А, как задницу тронул. Опа! Русский рок-н-ролл. Горизонты!
девочка Зойка, кафе украдена слойка. Все от того, что часто в обмене.
четыре точки, а тишина вся глушит, давит в уши. Письма ночи, ласточки ночи над нами, ласковое море. Покушаю сигарету и уходи.
разум еще открой дверь и закрой окно. Ведь любовь — это поезд, свердло, Сталинград и Азов. Но пусть сегодня никто не умрет, пусть этот день для радостных глаз. Пусть сегодня никто не умрет. Господи, ты слышишь нас? И будет светло и легко, словно церковь и место. И прощаясь, она поцелует сама. И мы, конечно, пойдем погуляем по трамвайным рельсам. Никто не умрет!
пел, он фестивале. Сань, про Гарена куплет не помнишь, когда ты пел про Шумадон фестивале? Все, честно говоря, не помню. Не помнишь? Ну так, и потиши все, кто любит Чернецка, а сейчас свою любовь. Так, два сольника, Более верно. Кто про Гарена?